Вообще, это так смешно было. Да, Даш. Нет, это ты знаешь, это даже очень смешно. Ну мы там, ну мы так и не пошли. А он взял, представляешь, он взял ключи пальчика. И мы дотрёхся за дверь. Ладно, сейчас мой брат покажет вам кое-что. Не кое-что, а модель действующего вулкана. И как он работает? Сейчас покажу. Еще папа сказал, когда вулкан извергается, из него валит дым и пепел. Я же говорил, действующая модель. Привет, мальчишки, просто.